Теперь официально Белла Хадид и The Weeknd расстались. Причиной стали плотные рабочие графики, из-за которых Белла и Абель очень редко виделись. Об этом сообщает издание E! News со ссылкой на собственные источники. Сейчас они в разных местах, физически и мысленно. Белла готовится к участию на неделе моды, а Абель работает над музыкой и своим предстоящим актерским дебютом. В последнее время они часто ссорились, утверждает инсайдер. Это уже не первое расставание пары. Они уже расходились в ноябре 2016 года после года отношений, и тогда всему виной также стала плотная занятость обоих. Возобновили они отношения в мае 2018 года, пара вместе ездила отдыхать, даже пропустила фестиваль Коачелла, и даже ходили слухи о том, что The Weeknd сделал Хадид предложение, но, по всей видимости, это были всего лишь слухи.